манеристы пришли к Цинделинову всей компашкой. Цинделинов — центральный дом литераторов. Раз манеристы пришли в ЦДЛ всей компашкой, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Полон был весь ЦДЛ отморозков и штемпов. Не было там куртуазной реальной братвы. «Чё вам здесь надо?» — какой-то возник петушило. «Нынче концерт знаменитости, вам не чета. Лучше идите домой по добру, по здорову». Но от Добрынина полбу удар получил. В зал манеристы вошли и слегка охуели. Ба, конъюнктурщики только на сцене сидят. И рассуждают они с важным видом уныло о процессе в стране, засыпая почти. Зло усмехнувшись, зашли манеристы на сцену. Зал зашептался: сейчас что-то будет, ой, бля. Точно, старпёрам козу показав и пальцовку, их зашугав, захватили друзья микрофон. Дико взревев, Вознесенский, Аксенов и Битов с Беллой вместе вскочили со стульев своих. «Бей куртуазов!» — вопят Ерофеев и Евтух, но напоролись они на ответный железный кулак. В зале, естественно, тоже Мочилова вышла, нет, Убивалова даже. Старухи дрались с юными дамами за чистоту идеалов. Опыт на молодость кинулся, кто победит? Ну а на сцене все кончилось быстро и просто. Всех старичков преуспевших побил Степанцов. Дольше всего с Ахмадулиной дрался Добрынин. Стерва легалась, его норовя укусить. И, наконец, манеристы устроили чтение. Зал веселился и браво поэтов кричал. После концерта к ним еле пробились девчонки. Стали автографы брать, поцелуями их осыпать. Их поэтов, а не автографы. А конъюнктурщики тупо валялись повсюду. Лишь чуть попозже на выход кряхтя поползли. Вот посмотрите, Андрей Костян на дебилов. Евтуха в бок напоследок Вадюха пинал. «Ну, маромойки, батла, убирайтесь отсюда. Если увижу вас здесь, всем устрою сиктым». «Сиктым» — это казахское ругательство. «Верно, братуха», — Добрынин сказал Степанцову. «И кто есть кто, видят все после терки такой. Просто реально старперов закончилось время. Просто реально пора нам над миром взорлить».